Дорогие друзья, всех приветствуем на очередном матче MLBet первой лиги. Отправляемся с вами в город Саратов, где сегодня в матче 15-го тура местный «Сокол» на своем поле принимает «Аланию» из города Владикавказ. Матч начинается, и давайте переходить к составам команд. Начнем с состава гостей. В воротах, естественно, Ростислав Солдатенко, номер первый. Пытается с мячом остаться Хугаев. Это у него получается. И дальний удар с левой ноги. Неприятный, кстати говоря, для Косарезкого. Это Алексей Татаев бил. Мяч с отскоком от газона. От скользкого газона, от мокрого газона. Ищет вариант, кому отдать. Ходарцев продвигается, бьет поворотом Ходарцев. И это очень опасно на самом деле. Более того, еще угловой. А Ходарцев показывает, что и рукой там футболист «Сокола» себе где-то подыграл. Вообще последние минут 5-6 «Алания» так плотненько контроль с мячом организует. Отличный дальний удар. И Косарезский вытаскивает мяч из нижнего угла. Штрафной. Прошу прощения. От Ходарцева. Подача. И 1-0 в этом матче. Счет мог становиться, если бы не арбитр, который этот мяч не засчитывает. Хотя Алексей Татаев вносит его головой точно в цель. И, судя по всему, нарушал это правило-то не Татаев, а, скорее всего, Абдоков. Идет оборона, оборона и оборона только от хозяев. Еще момент для удара. И есть удары, и Косарезский после рикошета, если не ошибаюсь, от Забелина вытаскивает. Татаев бьет. Могут ли помочь команде шлыки? Но тем временем здесь речь совсем не об этом. Ходарцев 1-0. «Алания» выходит вперед. 45-я минута. Гол в раздевалку. Но к этому все шло. Этим просто пахло. Как шашлыками пахнет. Великолепно. «Алания» использует ошибку соперника. Отбор в центре поля. И Батрас Ходарцев забивает свой первый гол в этом чемпионате. Посмотрим, что придумает «Сокол» в первой своей атаке во втором тайме. Это удар поворотом, рикошет, и Солдатенко тащит первый удар в створ от «Сокола». Браво! Наконец-то! И болельщики тоже активизировались. А что делает «Алания» в своей штрафной? Что же вы придумываете, ребята? Ну, забивать надо «Сокол». За такое надо наказывать. Иначе, ну, это какой-то уже что-то из дворового футбола мы с вами смотрим. Какие-то нелепые удары. Хотя мы, скажем, по идее, закрывает весь фланг. Ходарцев будет бить воротом. Есть удар какой от Батраза в дальний угол. Но не факт, что тащил бы, попади мяч в створ, здесь Косарезский. Тот должен пойти, наверное, читать навес. И свой ближний угол забыть. А здесь еще один дальний удар. Ибрагим Салагов побежит сам. А он передачу делает. Гаглоев. Один на один выходит. 37-й номер. Удар в дальний угол. И браво, Косарезский оставляет свою команду в игре. Все правильно делал здесь Тарас. Пришел в штрафную. Сейчас еще и Забелин. Забелин под левый. Удар поворотом. Рикошет какой. Из-под прикладины тащит мяч Косарезский. Может быть, самый опасный момент в концовке. Сейчас мы с вами увидели. Потом домашний матч против «Торпедо». И против хабаровского «СКА». Все. 0-1. «Сокол» проигрывает. «Алания» добывает победу важнейшую для себя. И делает это мега уверенно. У «Сокола», по сути, кроме 5-минутного отрезка в начале второго тайма, вспомнить больше абсолютно нечего.